Добро пожаловать на канал. Помни, что здесь ты найдешь самые интересные истории со всего мира. Так что подписывайся, если ты еще не с нами, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Одна пара из Великобритании, проживающая в городе Лондон-Дерри, 10 лет назад купила этот стул на распродаже за $6. И лишь недавно обнаружила, что стул скрывает внутри что-то удивительное. Стул был достаточно стар и потрепан, на поверхности было много царапин и сколов. Но 50-летняя Анджела Миллер-Браун и ее 47-летний супруг Ангус не могли себе позволить потратить деньги на его реставрацию, поэтому они оставили его в подвале на 6 лет. «Когда мы купили этот стул, он выглядел ужасно, как будто бы на нем последние 5 лет спала собака. Стул был в очень плохом состоянии», – объясняет Анджела. Несколько лет назад ее супруг наконец-то достал стул из подвала и отнес его на реставрацию. «Стул действительно стал выглядеть неплохо», – добавила женщина. После этого отношения супругов неожиданно изменились. Ангус стал часто дарить своей жене бриллианты. 2 года назад он мне подарил красивое бриллиантовое кольцо на годовщину свадьбы, на День Святого Валентина – бриллиантовые сережки, на Пасху – красивую брошку с теми же камнями. Конечно же, я была счастлива. Но вскоре начала задумываться, откуда он достает такие дорогие подарки. Я даже на секунду подумала, а не ограбил ли он ювелирный салон, вспоминает Анджела. К счастью, объяснение было абсолютно не связано с криминалом. Оказывается, Ангус обнаружил внутри стула сокровища из бриллиантов, общая стоимость которых была более $6000, и решил сохранить это на некоторое время в секрете, чтобы удивить свою супругу неожиданным обилием драгоценных подарков. Ему пришлось разрезать все 4 слоя набивки, чтобы добраться до сокровища. И так как он очень романтичный, он решил ничего не рассказывать и радовать меня дорогими подарками все ближайшие праздники. «Это было очень мило», – призналась Анджела. Так что, ребята, тщательно проверяйте старую мебель, купленную на распродаже. Кто знает, вдруг внутри скрыто богатство. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Если это так, то жми лайк и поделиться. Пока!